А что? Погнали. 8:28. Нормально мы выезжать. Солнышко село, поэтому я не прогадал. Нормально. Красота. Да не все время где-то застревает. Какая-то странная музыка играет, но пока заходит по лайту. Дэн, 58, я не еду никуда, 58. В самом начале. Откуда такой плейлист взялся в моем вообще индивидуальном плеере? Вообще пробки нет. Как так? Почему они все там едут? Непонятно. А? Надо было оставлять. Я сказал, дома сделаешь. Что такое? Да не, сделаю. Обла-бла-бла-бла. Катит еще. Че, пошли визора мыть? А? Не. Бля, какая красота. Просто, ребята, просто красота неимоверная. О, красота. Господи, как красиво. Вот, честно говоря, ну не хочется никуда гнать. А? Сразу попадает. Вода? Попадает сразу. Чего? Визор попадает сразу. Пальцем. Да. Привыкнешь. Дениска что-то стесняется иногда. Зачем-то. Серьезно. Просто. Просто. Просто вот так вот. На Крестовском сегодня какая-то движуха. Интересно. Сейчас посмотрим. Походу мы не проедем так, как я хотел проехать. Через мостик. Сегодня я забыл, сегодня концерт, блядь. Да, здесь какой-то концерт. Я не помню, нам, короче... Сейчас мы проедем, посмотрим, что там до конца. Нам нужен на мост. Но на мост вообще попадает оттуда. Вот с той стороны. Там все, блядь, перекрыто. Ну, мы сейчас здесь проедем. Ты же здесь ни разу не катался? Ну, вот красота, пиздец. Какая красота. А какова красота? Да. Ладно. Погнали. Посмотрим. Сам ни разу не ездил. Сейчас увидим. Реально никогда не ездил здесь. Забавно. Тут, кстати, бы не выцепить моментиков разных. Ну, походу, короче, не, ну это понятно, что мы сюда поедем, но нам нужно, короче, было вот там это, блядь, проделать. Поехали, прокатимся. Ну да, да, соглашусь. Хочешь есть впереди? А я, блядь, не заеду. Ты в меня веришь, да, всегда так, блядь, пиздец? Хуй с ним, катаемся, погнали. Хорошие домики. Идеально вообще.
Прям едешь здесь, кайфуешь. Куда-то мы точно едем. Куда-то мы точно упремся. Бесконечно, я уже на самом не останусь тут навечно. И в твоих руках тепло, ведь ты так безупречно.